Я в этом году похоронил жену. И, ну, каждую субботу я ездил на могилку ставить ей цветочки. Ну, зимой ездил, меня пускали. А последнее время, вот, с весны вообще не стали пускать. Сказали, запретили пускать. У меня была такая ситуация, поставить дедушке памятник. Объехал контору в Новомосковске, ну, соответственно, выбирал, где подешевле. Как бы мне навязывают условия, чтобы заказывалось непосредственно на кладбище.